Этим фонариком тоже произошла история. У меня сын привез из Великобритании, когда он туда в школу ездил на зимние каникулы. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Не устаю вас поздравлять с замечательным волшебным праздником, с Новым годом! Надеюсь, многие из вас посмотрели концерт 1 января по программе «Культура», о котором я вам рассказывала. Ну, а сейчас я хотела бы пожелать вам всего самого-самого хорошего, в первую очередь здоровья, и рассказать о подарках, которые мне подарили. Вы видите, я в сережках, которые когда-то купила, вот новогодних, красные шапочки вязаные. Вот, видите? С кисточками. И у меня такая же брошка. Если вы помните, я тоже купила эту брошку с веселым человечком. И это тоже шапочка. Ну, во-первых, это, как всегда, билеты в театр. Ну, не просто в театр, а два билета мне подарили мои подруги вот как раз на ночь с 1 на 2 в Геликон-оперу. И сын мне подарил, вот я иду 27 февраля, будет выступать хор Данилова монастыря. Я вообще всегда ходила раньше в Дом музыки, там проходили рождественские песнопения всех хоров, и не только нашей страны, но и приглашали их из других стран. Мне очень нравились хоры мальчиков, ну и Венского общества, и из Чехии были изумительные вообще хоры. Вот, но в этом году я не иду на это, но вот мне хор Даниловского монастыря сын подарил. Я иду в Дом музыки, где мы с ним были, и он там мне сразу же и купил билеты. Ну, подарил вот на Новый год. И вот еще два билета в Геликон-оперу. Это на Золушку 15 февраля и 26 марта на Бука. То есть вот у нас так все расписано. Но мы еще собираемся идти в собор на Малой Грузинской и тоже будем слушать там концерт обязательно с подругой. Вот, то есть будем развлекаться. Но самое главное, мне сын подарил клубную карту в «Чайку». Представляете, такая радость. Вот он мне подарил в «Чайку» и подарил перед Новым годом, и я уже там была не один раз, и 2 числа, ну, 1 числа он не работал, получила массу удовольствия. Бассейн этот не закрыт, он открыт под открытым небом, на воздухе.
И вообще замечательно. Буду ходить в самые морозы, потому что... Что касается готовки, то, конечно, горячее я готовлю, но мы, как правило, его не едим. То ли потому, что если мы уходим куда-то, ну и дома как-то не идет. Но я думаю, что и у вас большинство тоже так же получается. В основном идут закуски на ура. Закусок очень много готовлю. Но так как это видео я снимала целую неделю, то уже совершенно точно не помню, что мы ели 31-го, а что утром 1-го, 2-го, 3-го, но готовила Это наш много. любимый салат оливье. У нас помидорчики маринованные. Еще И один. Помидорчики положены. Вот такие антикварные пиалы. Я потом их покажу поближе, которые мама привезла из Вьетнама очень-очень-очень давно. И вот это вот уже другая. Это вот с дракошками, с такими дракошками замечательно. В нашем доме всегда большая часть это времени и всего на столе это салаты. Почему салаты, могу объяснить, потому что перед Новым годом у нас нету времени. Я уходил в ресторан, сын тоже где-то встречал. А когда мы приходили, то на завтрак тоже вот что-то такое тяжелое не хотелось. Только наготовила, что едим уже третий день. Это уже у нас 2 января. Вот смотрите, какие у нас остались здесь замечательные тарталетки с салатом, курица, грибы и сыр. И, конечно, забыла вам показать грибочки, которые я собрала на своей даче. Мы засолили. Вот наша вкуснотень. Салат с рыбкой. И вот у нас тортик. Но тортик пекла не я, а наша знакомая. Она нас угостила. Мы усиленно ели. И вот все, что осталось. Еще раз вам показывала ангелочка. Наш городок. Зимний. И, конечно, куда без мандаринов. Они с гвоздикой украшены. Очень приятный запах. Без этого запаха Новый год, по-моему, не в Новый год. А вот у нас еще один Дед Мороз, но его не видно за веткой. Сейчас я его поправлю. Вот он у нас какой. Прятался. Смотрите, какие красивые игрушки. Звезды на синем фоне, золотом. Ну, а вот эту игрушку, наверное, вы все помните. Это немецкая игрушка 60-х годов где-то, да, винтажная. Ну, вот эту игрушку, я уже говорила, Паша привез из Англии, когда он там был со школы, учился еще в школе. И вот эту игрушку тоже, наверное, все помнят, ракушку. Девочка на саночках. О, это богемское стекло. Недавно. И как всегда, собираясь на праздник, встречать Новый год, я ухожу
в гости уже на этот раз. И вот у меня еще, я буду ходить на концерты какие-то. И вот у меня теперь проблема. Я в этом году решила встречать в винтажных старых вещах. Вы видите, вот этот воротник, он достался еще от моей прабабушки. Вы помните, она у меня была портниха, она сама делала этот воротник. Это совершенно старинная вещь, ей точно около 100 лет. И я решила, вот что они у меня лежат, одену-ка я этот воротник. Видите, как он поблескивает. И у меня теперь проблема, что одеть, какие серьги к нему. То ли вот вы видите белая майорка, я вам покажу поближе еще. То ли у меня все-таки, вы знаете, я очень не люблю носить бриллианты, золото, но они у меня есть. И я вот думаю, может быть, к такому воротнику, в общем-то, старинному, даже не столько винтажному, сколько уже даже антикварному. Может быть, одеть, вот у меня здесь в коробочке есть еще и бриллиантовые серьги. Я тоже их покажу поближе. Ну, а может быть, у меня типа такого есть еще и серьги. То есть я вам сейчас покажу. А эти замечательные сережки, бриллианты в белом золоте, мне достались от бабушки. Они мне очень дороги не только памятью, но и тем, что они олицетворяют для меня нашу русскую природу зимой. Как будто бы заиндевевшие какие-то веточки. Говорят же, что снег на солнце блестит, как алмазы, как бриллианты. Ну вот, это такая память. Ну, а вот здесь вы видите не только майорку поближе, которую я одевала, но и мои серьги кисточками. Одни действительно с кисточкой шелковых нитей, а другие из бисера. Ну, вот из бисера, мне кажется, больше подходят к моему воротнику, но не знаю. А потом скажите в конце фильма, как вы думаете, что же я выбрала. Оставлю это секретом. Ну а чтобы легче вам было выбрать, я показываю еще раз воротник вблизи. Посмотрите, как он красиво сияет, какие у него пришиты такие вот замечательные пластины черные, которые дают вот блеск на свету, какие красивые кисти сделаны, и у него внизу такие вот тоже кисточки удлиненные. Их можно потом завязывать как бантик. Вот, и сейчас можно полюбоваться им, я покажу с одной стороны, с другой, да, это вот старинная вещь, но не знаю, может быть, я ее и продам даже когда-нибудь, не знаю, но сейчас мне очень хочется просто показать вам и походить в ней, потому что, честно говоря, я никогда еще в ней не ходила. Вот, и заодно подумайте, что же все-таки вам кажется, я выбрала для встречи Нового года. И еще я хочу показать этот воротничок сзади, чтобы вы посмотрели, как сзади он хорошо смотрится. Но я не знаю, может быть, и не на белой рубашке, а на чем-то другом. И еще раз, чтобы вы вспомнили, хочу показать серьги, которые есть у меня. Вот все-таки подумайте, что же я выбрала. Наступило время прощаться. Я вас еще раз поздравляю со всеми праздниками. Кстати, скоро будет и Старый Новый год, и Крещение, и к этим праздникам у меня тоже будет для вас сюрприз, вас ждет. А я вам пожелаю всего самого хорошего, тепла и уюта в доме, доброты, чтобы ангелы всегда были рядом с вами и охраняли вас от всех невзгод. Будьте счастливы, мои дорогие!